Здравствуйте. Это суть дела. Близкая к правящей партии газета «Жечь Посполита» опубликовала любопытную статью о трудовой миграции в Польше. По сведениям газеты, с января по сентябрь нынешнего года 100 тысяч иностранцев обратились к польским властям с заявлениями на временное проживание в стране. Это на треть больше, чем в прошлом году. А вот 70% из них – украинцы. Большинство без проблем получают вид на жительство, что позволяет им легально работать в Польше. Польских экспертов и работодателей радует этот тренд. Иммигранты заполняют рабочие места тех поляков, которые массово эмигрируют в Великобританию. Международный валютный фонд считает, что иммигранты, независимо от их квалификации, становятся источником благосостояния тех стран, которые их принимают. Эксперты заявляют, что без украинцев – в экономике наступила бы катастрофа. Польша испытывает дефицит низкооплачиваемых и, соответственно, неквалифицированных работников, а также среднего технического персонала. Кроме того, в результате демографического кризиса только иммигранты в Польше в перспективе 15-20 лет могут удержать на месте количество рабочих мест на нынешнем уровне. В Польше даже создан профсоюз украинцев, работающих в этой стране. А на Украине вовсю идет кампания по вербовке украинских рабочих в Польшу. Поляки считают, что со временем их страна перестанет быть моноэтничной. Недостаток рабочей силы в Польше провоцирует рост заработной платы. Три четверти польских фирм признают, что сталкиваются с трудностями в поисках сотрудников. Это следствие развития экономики при одновременной эмиграции поляков. Эксперты считают, что умеренный темп роста зарплат – может даже ускориться. Похожая ситуация складывается и в Венгрии. Две трети венгерских фирм поднимают зарплаты в связи с нехваткой рабочей силы. В то же время в Польше нет ассимиляционных программ для украинцев. Массовое нашествие дешевой рабочей силы с Украины закрывает дорогу обратно на родину ранее эмигрировавшим полякам. Врачи и водители из Польши будут по-прежнему выезжать в Западную Европу так как им зарплату повышать не будут при наличии менее требовательных украинцев. Для Украины же этот процесс будет иметь отрицательные демографические последствия, поскольку в Польшу едут в основном молодые и предприимчивые люди. Польские политики считают, что одна из причин наплыва украинцев в Польшу, а поляков в Англию, очень жесткая налоговая политика. Польский вице-премьер Матеуш Моровецкий заявил, о необходимости привлечь на работу в Польшу 2 миллиона украинцев. Оппозиционер Павел Кукис заявил в свою очередь, что правительство согласно с тем, что поляки и дальше будут искать работу на Западе. Моровецкий будет привозить в Польшу миллионы украинцев. Правительство не может забывать о наших земляках за границей и вывешивать белый флаг. Обязанность правительства сделать все, чтобы поляки вернулись из эмиграции. Введите такие же налоги, как в Великобритании. Тогда поляки вернутся. Критично отнесся к инициативе Моровецкого и вице-спикер Сейма Польши Станислав Тышка. Он считает, что план Моровецкого – это план украинизации польского рынка труда. Любое польское правительство должно иметь один приоритет – вернуть поляков домой. Украинцы вынуждают к эмиграции польскую молодежь. По мнению польских экспертов, Проблема в том, что гастарбайтеры с Украины соглашаются работать за меньшие деньги, чем поляки. То есть полякам дают понять, что в случае чего их с легкостью заменят на украинцев. Многие польские фирмы, размещая объявления о приеме на работу, сильно завышают требования к польским кандидатам, одновременно предлагая заведомо неприемлемую для поляков зарплату. Развал украинской экономики буквально вынуждает украинцев искать счастье в Польше и других странах Европы. Невысокие польские зарплаты по сравнению с нищенскими украинскими для них предел мечтаний. Да и жизнь в Польше, не пример Украине, комфортабельней и спокойней. Мир сегодня глобален. Именно поэтому развал украинской экономики и государственности вытолкнул украинцев в Восточную и Центральную Европу, а поляков в Западную. Проблем от этого стало везде только больше. Поляки теряют свою молодежь. Англичане все злословят на тему польских сантехников. Конечно, свободный переток рабочей силы – это нормально и даже хорошо. Но только тогда, когда он не носит столь массового характера, что измеряется миллионами человек, тогда это источник множества проблем, как экономических, так и социальных, и национальных, и морально-этических. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся.